Шумы, виски, блеск, треснувший почкомар. Ништяк, ништяк, ништяк. Последствия все вокруг, жизнь такие. Синяки тоже не то. Синяки, блять. Мои синяки. Пойдем до тебя. Пойдем. Пойдем, я просто тоже хочу. Он не поехал. Ну что так? Да он под. Да хватит снимать. Что его жизнь в его руках, и не надо идти на эти манипуляции. Блок. Да хули что-нибудь хоть снять немножко. Вон, Саньку. Ну, что-нибудь да понарежете. Сейчас я. Сань, поснимай меня маленько, а я перчатку одену. Вилов, Ива Вилов. Я называл свой блок, ну не блок, а влаги. Но. Влаг. Влаг. Это типа, блядь, не блок и не влог, а влаг. Я знаю. Вот. Накрасим. Это да, такой клёвый.
магазин, трёпки, кошелёк, диджей, фунт, март, ива. Ну, хватит, я снимаю. Да, такой клёвый. Но это ничего, вау. Утренний снег на губах, выпады намного слаще, добрее. Да это даже ни к чему. Я не зарядился. Ну, а сутки заряжаться, чтобы, блядь, хоть что-то снять. Типа как вот сейчас. Да блин, я такое ни в одном городе не видел, если честно. Да это круто, очень круто. Там мы все тусовались, все гуляли. Всегда. Я перезвоню тебе. Ну тут вообще, тут просто творится пиздец какой-то непонятный. Просто побольше, извини. Да тут не знаю, как насчет вовремя, так-то оно все вовремя. Позвони, как бы, ну, все происходит в то время, как происходит. Отправили, приходи, встречай. Поняли? Обхаркают, накидают. Мы вас поняли. Алло, да. Все, выключай камеру, хватит снимать. Матненько. Какой самовлюбленный художник, эгоист. Тут говорят, что-то не то тут здесь. А здесь не хватает всего этого. Почему? Важно сохранить момент. Да, да. Да, такой клёвый. Блин, клёво вообще. Мне прям очень понравилось. Только... Хватит снимать. Руку вверх, Пётр Первый. Кулак. Нет, зачем себя-то? А тебе грозит? Дайте. Грозит, дайте. Дайте грозит, дайте грозит. Дайте. Дайте, да, вот так, так, сынок, правильно. Дайте. Да, грозит. Блин, я не сыграл дальше. Я не смог спросить твои мысли. И пусть так будет. Пусть так будет. Пусть так будет. Тихо, чисто посыть. Пусть так будет. Пусть так будет. Россия щедрая душа, прошлый край карандаша. Я представлю всю возможность сказать суть малым малым душам. Бля, все, наверное, думают, что за долбоёбы снимают? Ну так похуй на это. Блин, мне знаешь, что здесь что нравится вообще снимать? Как снимают другие люди. Да, я знаю, в чем мы здесь переходим. Андрей тогда тоже говорит, нахуй ты меня, говорит, снимаешь. Ну зачем? А я просто снимаю, фотографирую, не то, что я снимаю на камеру, а я фотографирую его, как он фотографирует что-то. Ну, в смысле, блядь, мне действительно интересно, так как он приседает или как ничего себе ведет. Я просто снимаю так, как он снимает. А, блядь, а сейчас была вообще возможность снять на видео, как ты снимаешь на видео, это круто. Это еще больше. Это бэкстейдж называется. Бэкстейдж? Да. Бэкстейдж. Прикольно, не знал. Ага. Бэкстейдж, мне кажется... Ты же снимал все это, да? Ну вот как мы шли? Да. Ну да. Ну и более того, я снял еще трафик, так же как ты. Только еще я снял его с тобой вместе взятым. Ули, ты меня снимаешь. Я не себя вообще. Тишка. Я Леху снимаю. Ты видишь, куда он? Тишка. Ты тоже решил снимать? Че, все снимают, я тоже. Себя приумножай свою силу. Умножай свою силу. Растрясите эту халупу. Растрясите где-то. Я вообще, чувак, вообще выдал, да. Прям под... Да, охуенно. Блять, я такого долго не выдавал. Самые ебучие кусочки оттуда, блядь. Ну, делаешь из них какой-то трэш. Да, типа того. Например, как бы сейчас что-нибудь сказал, вот это сделаешь, да? Нет, я не жду, в смысле, от тебя какой-то пакости, чтобы это использовать в своих корыстных целях. Ты, по-моему, во всех вот этих своих видосах, ну, нескольких, где я
это в смысле? Меня используешь как раз таки вот это... ситуации. Нет, нет, это ты так рассуд... это ты человек, так думаешь. Чем ты это снимаешь? Делаешь какой-то дурдом с моим голосом. В этом есть большая философская сторона, потому что я изображаю вообще смысл всего своего блога. Блять, с помощью тебя, чувак! Ты как бы, блять, мой инструмент уж, извини. Ну, блять, вырази всю суть моего блога. Я снимаю то, что я хочу. Как бы, вот и все. Как бы, я в своем блоге даю ответ на твой вопрос. Если уж на то пошло дело. Зачем ты снимаешь? Вот, и в чем прикол, ты опять этот вопрос повторяешь. Ты даже повторил его сегодня. И дело все это неосознанно, походу. Это самая фишка, которая мне очень нравится. Блять, они не смотрят, слава богу, мое дерьмо. Кто ты, зачем, зачем? Оно как, блядь, это как нотка, не знаю, это как, блядь, как тебе сказать? Я понял, однажды мы с тобой шли и рассуждали так же о чем. И ты говоришь, блин, почему я это ничего не записывал, это был классный влог. Да, именно. Сейчас ты делаешь это. Вот, так это все только благодаря тебе, я тебе говорю, ты мой, блядь, учитель, мастер, не знаю, сподвижник. Это все в одно слово, в какое-то, не знаю, можно уместить, я пока не знаю это слово. Мастер мне больше всего нравится, потому что хуй его знает, он может. На самом деле, Серега, в смысле, я даже очень уважительно делаю вот это, в смысле, это не насмешка, она смешно выглядит, мне похуй, в смысле, вот мой поцелуй с... Подскоки, подкинуть, и еще там надо подкинуть, так, и я мозг. Что на тебя? Нет. Блин, клёвый способ. Шамбаля. Вот так. Ты встал. Ты что, снимаешь, что ли? Что, снимаешь, а? Снимаешь, что ли? Стой! Всё, Андрюха сделал. Снимай камеру. Я резко снимаю его. Порно стал. Хватит. Я хуй это запомню. Короче, хотя бы по одной строчке. Строчку прочитал, потом сказал ее. Получится у вас, у каждого так. Я сказал, типа, рекцию где-то учился. Хотел сниматься во всех наших человеках. Все, да, куда-то. Вкусный цвет, товарищи, реально. На вкусный цвет.